12 августа, Одесса. Всем доброе утро. Ночь у нас прошла спокойно. Но вот только на рассвете в 4:55 объявили воздушную тревогу. А также сообщили о том, что есть активность вражеской авиации и возможны пуски ракет с акватории моря. Тревога длилась 33 минуты, дали отбой, никаких взрывов не было, ни прилетов. Погода сегодня шикарная, солнечная. Я желаю всем хорошего дня, мирного неба над головой, берегите себя.